Число пожаров в республике продолжает расти. По сравнению с прошлым годом количество возгораний увеличилось на 2,4%. В огне погибло уже 50 человек. А это на 30% больше аналогичного периода прошлого года. Подробнее о трагичной тенденции мы говорим с Айком Шарафудиновым, начальником пресс-службы ГУ МЧС по республике Вашкортостан. Алик, здравствуйте. Добрый день. А, прежде всего, с чем связана подобная тенденция? Но если касаемо этого года, то можно говорить, что у нас, во-первых, достаточно переменчила была погода в начале года. Uh -huh. То есть то мы есть видим, облеватель. что были сильные заморозки, uh -huh. потом опять-таки повышение температуры, сейчас периодически опять бывает, так скажем, понижение. В связи с этим люди начинают интенсивно использовать различные обогревательные устройства. Это связано в первую очередь с электропроводкой. Ну и еще как один, так скажем, одна из причин пожаров это mm -hmm. печное отопление. Кроме того, у нас нередки случаи, а даже можно сказать, что в большинстве своих случаев гибель людей на пожарах происходит именно связанная с неосторожностью людей при пожаре. Угу. Но ведь ГУМЧС сейчас постоянно, так скажем, выставляет советы, как к нужно обращаться. Но тем не менее же сейчас также бывают ситуации, когда люди в кустарных условиях собирают обогреватели, и из-за этого тоже происходит возгорание, поскольку они нарушают технологию, насколько я знаю. Ну, в первую очередь э, могу сказать, что всеми правилами предпорального режима да, э, в Российской Федерации запрещено использовать самодельное нагревательное устройство. Если вы вносите сюда какие-то конструктивные изменения, значит вы подвергаете э, себя большому-большому риску. Mm -hmm. В первую очередь, можно. Может быть просто неправильно подобрано сечение проводов да может быть как-то э, просто скручена механическая скрутка вместо э, положенной э, спайки либо болтовым соединением то есть много достаточно нюансов которые человек может просто не так скажем не учесть и допустить тем самым нарушение и последующим возникает серьезно пожара ведь действительно продукция которая проходит есть она продается в магазинах она проходит сертификацию проверки различные а человек который собрал в кустарных условиях обогревательный элемент он не осознает не проверяет это а просто да, в Совершенно, совершенно верно. А на сегодняшний день какая ситуация складывается у нас э, с пожарами и их последствиями? Но ну, на сегодняшний день в Республике Башкортостан произошло более 700 пожаров. Это с начала года, угу. вот, буквально за два месяца да, прошло уже такое количество пожаров, на которых, к сожалению, вот вы вначале сказали эфиры, э, уже 51 человек погиб. Угу. Это больше, чем в прошлом году, за аналогичный период прошлого года, э, на как раз таки 30%. процентов. А большая часть возгораний произошла в новогоднее время или все-таки как-то размерилась? <съем> у нас были случаи групповой гибели. Это мы mm -hmm. в частности знаем. Да, Уфа. Уфа у нас четыре погибшие было, потом еще двое погибших, еще двое. То есть вот эти массовые случаи гибели они дали большой рост. И хочу отметить, что такая гибель произошла у нас в частности на квартирных в жилых домах. Uh -huh. Ну, конечно же, и в частных домах у нас, если брать в общем целом статистику, то у нас количество пожаров э, превалирует именно в частных жилых домах. Там, где человек ведет какой-то, может быть, асоциальный образ жизни, либо может он не работать, ну, либо какие-то другие. А причины да. и поводы есть. А какая ведется просветительная работа? Как можно улучшить, например, чтобы люди понимали, почему что-то того, что они делают, может привести к возникновению пожара? Вы знаете, вот, могу сказать, что у нас активно ведутся все социальные сети, да, в том числе и через средства массовой информации. Мы активно сотрудничаем со всеми телеканалами и информационными агентствами. Но, ведете? тем не менее, мы сейчас больше акцент делаем на, опять-таки, подрастающее поколение. Те, кто обучается в школах, университетах, mm -hmm. через их, так скажем, их социальные сети и через какие-то интересные, может быть, креативные идеи, запускаем такой простой и легкий формат, чтобы люди доступно понимали, что им нужно делать, например, если случился возгорание у вас в квартире, если э, э, дети сидят, например, да, у нас вот, э, проводит у нас такая сейчас есть программа 3D моделирования, да, которая позволяет детям самим выявить нарушение пожарной безопасности на экране монитора, то есть они э, видят, что вот это, например, не так стоит, да, или не так лежит, или не так подсоединено, где есть угроза, они, так скажем, на экране монитора э, вносят изменения и тем самым устраняет правила пожарной безопасности. А приобретенные навыки переносят в жизнь дальнейшую. Совершенно верно. А дальше они уже приходят домой и говорят, что мама, папа, посмотрите, у нас же тут есть нарушение, давайте поправим это. И взрослые, кстати, говорю, к этому прислушиваются. Да, когда у ребенка исходит такая информация. А сам взрослый, ну, зачастую почему-то такое, может быть, просто само мнение, что со мной это не случится никогда. Но, к сожалению, это не так. Факты показывают о том, и случаи гибели взрослых Рост людей... Рост статистики уже говорит о многом. Конечно. И то же самое, что вы сказали, геймификация самого процесса познавательного, она очень полезна, потому что ребенок действительно понимает, как это, и что взаимодействует, и потом из него вырастает ответственный взрослый. Когда я учился в школе, у нас во время вне классного урока приводили службы, которые объясняли, это газовая служба, они проводили уроки, объясняли, то есть служила особым Пониманием Вы меня. вот недавно я слышал случай, когда мальчик спас э, да. взрослую женщину, пожар. а женщина, вот опять-таки э, уже взрослого возраста, там, ближе к пенсионному, она просто растерялась и не знала, что делать. Хотя элементарно накрыть горячую сковородку, которая где горит масло, э, крышкой и все, на этом пожар закончился. Но э, человек взрослый растерялся, а э, поддался панике и не знал, что делать. А ведь э, это на дом, где огонь распространяется достаточно быстро, и дым, э, так как он легче воздух, поднимается по этажам вверх, и, соответственно, люди просто могут выйти в этот коридор, где дым, и задохнуться. Подвержены опасности и Совершенно другие. Совершенно верно. А... Ну, так скажем, юный наш герой зашел в квартиру, предпринял все правильные действия, которые, как раз-таки, получил э, в образовательном учреждении от преподавателя ОБЖ. Mm -hmm. То есть видите, как полезен у уже порой бывает. Совершенно. А, как раз-таки вот это уже ведь был многоквартирный дом. Давайте уточним, при каких обстоятельствах именно подвергаются опасности и гибнут люди в многоквартирных домах сейчас. А зачастую, вот у нас, к сожалению, сегодня был да, ночной пожар, например, в том же в городе Москва, да, где, к сожалению, погибло семь человек. Uh -huh. а, Причины сейчас будут разбираться, следственный орган там, и эксперты стать пожалуй, лабораторией. А, но нельзя, могу сказать, было. что а, если вы видите в коридоре задымление или если там есть дым, туда выходить не нужно. Почему? Потому что, не, вот просто поверьте, что никогда вы на своем дыхании там, задержать или вы даже хорошо знаете обстановку, не пройдете вы через этот дым. Uh -huh. а, достаточно двух-трех вдохов, чтобы человек потерял сознание, и все как бы на этом ваша жизнь закончится. Если есть там возгорание, есть э, признаки задымления, нужно плотно закрыть дверь и, и выйти на балкон, либо если ну, такого нет, да, то подать Искусство крики помощи, э, ну, проходящим мимо там, граждан, и привлечь максимальное внимание. При этом обязательно позвонив в пожарную охрану номер 101-112 и сказать, где конкретно вы находитесь, на каком этаже, в какой квартире, чтобы пожар, не теряя времени, э, пришли вам на помощь. А пожарные обязательно придут, и они обязательно вас спасут. Но, ну, естественно, постарайтесь не закрывать дверь на ключ, потому что, опять-таки, это ну, время, чтобы пожарное вскрыть ее, ну и так далее. помощи, так скажем. Развивая вопрос: наблюдается, наблюдается ли тенденция, где чаще всего происходят пожары в нашей республике? Это то есть в столице нашей или какая-то статистика ведется? А, ну, там, где крупный город, естественно, пожаров больше, угу. а, но ну, есть еще и определенные, там, скажем, районы, да, тоже крупные, где происходит возгорание. Но в целом, если э, рассматривать, да, то это чаще всего индивидуальные жилые дома, а потом уже одноквартирные жилые дома? То есть там, где человек, в принципе, осуществляет свою деятельность. Мы можем просто сказать, что там, где человек деятельность не осуществляет, там пожаров в принципе, и нету. За исключением, может быть, того кафе, который у нас Рахат, да, в Уфе горел. Да, да, да. Вот это, наверное, один случай, который, ну, на сегодняшний день, с начала года, в Республике Башкортостан, когда это не именно квартирный дом или не жилое строение какое-либо. Согласно статистике, которую предоставила ваша пресс-служба, наиболее частые пожары происходят в ночные и утренние часы, как правило, в субботу. С чем связано это и можно ли как-то повлиять на минимизацию этого а, Хочу отметить, что именно пожары с гибелью. Людей. С гибелью. А, почему? Потому что человек, когда находится состоянии сна, а, если вы не знали, то м практически не ощущает э, своим, так скажем, обонянием какие-то признаки задымления. Человек угу. просто не чувствует, что происходит какой то Организм задымление. Организм находится в состоянии сна да. и отдыха. это доказано научно и, так скажем, подтверждено. Угу. Э, это первый случай. А что касается субботы, то тут мы говорим опять-таки о выпивании. Алкогольных напитков ведущие, ведущие, ведение там аморального образа жизни, ну и какие-то просто элементарные меры, которые не соблюдаются. Например, угу. человек покурил, сидя у себя в кровати, там, да, и, а, уснул. и уснул, потому что поклонила спать, естественно. После чего происходит возгорание. А достаточно буквально небольшой, там, скажем, искры, чтобы постельной принадлежности. Вот чаще, кстати говоря, из когда мы приезжаем на пожар с такой гибелью, где гибнут вот, uh -huh. те люди, которые курили в состоянии алкогольного опьянения, чаще всего, в принципе, горения-то и нету. Вот мы смотрим на кровать, в ней небольшая, так скажем, прогар, и все. Значит, человек просто вздохнулся. Он, Огонь-то не распространялся, а именно от так скажем, нарушение техники безопасности да. спровоцировало таким образом. Ну да, действительно, ведь постельное белье часто это синтетический материал, который горит и сам по себе опасен, токсичен для здоровья при воспламенении. Ну и опять-таки, возвращаясь к первому к началу да, нашего разговора, отметим, что люди часто не знают, как себя вести. То mm -hmm. есть они подвергаются панике. А в этот момент им нужно успокоиться, а начинает хаотично что-то там как-то тушить. Дополнение. А если, например, это обрывательный прибор, то его нужно сначала обесточить, а люди сразу-то воду льют. Ну, то есть, опять-таки, да. 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 То есть, вообще, когда вы ложитесь спать, я вам настоятельно рекомендую выключать все электроприборы, в том числе и чайник, который у нас mm -hmm. воткнутый, и не выключается никогда. Но чайник это тоже источник пожарной опасности. И если это печь, то она должна быть до конца дотоплена и ни в коем случае не гореть, когда вы спите. Угу. То есть соблюдать все меры безопасности перед сном, так скажем, Совершенно потому что верно, да. опасность она всегда имеется. А, впереди нас ждут праздники, праздничные дни. Как бы вы посоветовали вести себя людям в, в эти будни, в эти выходные? Обратитесь, пожалуйста, вот у нас на камеру. Ну, вообще я хотел бы, чтобы э, все занимались, э, так скажем, какими-то активностями, то есть это спорт, угу. какие-то, может быть, творческие увлечения, а не сидели за столом и распивали спиртные напитки. Угу. Это ну, большое пожелание всем... Потом, Почему? Потому что это просто хранит вашу жизнь. Ну и, так скажем, ваша безопасность, это в первую очередь ваша ответственность. Если вы знаете, как себя вести, если вы соблюдаете меры пожарной безопасности и не допускаете их нарушений, а если их видите, то своевременно устраняете, то, естественно, в вашем доме не произойдет каких-то чрезвычайных происшествий. Спасибо большое, Олег Анварович. А я напомню о пожарах в республике. Мы говорили с Аликом Шарафудиновым, начальником пресс-службы ГУ МЧС России по республике Башкортостан.